В Ярославле на прославленной сцене Первого русского театра, значительно обновленного к сезону, стартовал 14-й международный фестиваль. В этом году он обещает быть интересным. Само начало многообещающее. Открыл фестиваль спектакль знаменитой «Табакерки» театра под управлением Олега Табакова. Перед спектаклем Олег Павлович встретился с ярославскими журналистами. Море обаяния, слегка лукавый, даже кокетливый взгляд. Олег Павлович – артист с большой буквы. Впрочем, и такой же руководитель. Два театра под его началом и открыта театральная школа. Его крещение прошло под знаком Виктора Розова, нашего земляка. Первый раз в «Современнике» он вышел в спектакле по пьесе «Вечно живые». Отблагодарил, поставил памятник. Чтобы сидел Виктор Сергеевич, а перед ним на таких партах сидели бы там, ну, несколько человек, человек 5-6, и чтобы нас, ну, лица не надо уж их восстанавливать, а так на спинах там. Анатолий Васильевич Эфрус, там, Георгий Александрович Товстоногов, Олег Николаевич Ефремов. На самом деле, кормились от него. Серьезней, по-моему, ничего не скажешь. В театральной афише нынешнего фестиваля много имен молодых, но уже модных режиссеров. Генерации, несущие на сцену свое видение жизни. Драма серьезная заключается в том, что прокакано поколение режиссуры. Не желают отвечать. Так, как вот эти вот, которые опыляют. Опыли. Все скажут, вот так он. И на следующий цветок. А театр так не сделаешь. Значит, какие ценности они ищут? Они в основном себя утверждают. И не всегда искусно. В театре праздничная суета. Молодые артисты встречают гостей, знакомятся, рассказывают о театре. Лауреаты премии правительства России скромные и торжественные. Ищут и находят общее с ярославскими корифеями. Мы очень рады, что мы имеем страницы общие, что у нас были одни и те же актеры. И потом мы очень польщены, что нас пригласили в такой старинный, красивый город. Премию Волкова дают только один раз. В этом году ярославского «Оскара» и денежный приз от правительства получили Кировский театр юного зрителя, Челябинский театр кукол и Лахский музыкально-драматический. Очень серьезные работы пригласили на фестиваль. И это вызывает и уважение, и восхищение. Цветы получали не только лауреаты, кое-что перепало и публике, но больше всех зрительского почитания досталось артистам. Аплодисментами встречали Олега Табакова. Спектакль «Гнездо глухаря» открыл фестиваль. Пьеса Виктора Розова, как сказал Табаков, кормит до сих пор. Молодой режиссер Константин Богомолов насытил традиционные действия большим количеством камер, так что жизнь персонажей стала многомерной и многогранной. Примечательно, что в этом спектакле выходит на сцену еще один Табаков, демонстрируя неугасающую династию уже в третьем поколении. Марина Смарагдова, Александр Быков, городской телеканал. Еще одна приятная театральная новость из Калуги. На фестивале «Старейшие театры России» ярославцы Валерий Кириллов и Анастасия Светлова получили премию «Лучший актерский дуэт». Они блистательно исполнили главные роли в спектакле «Зойкина квартира». В Калужском фестивале приняли участие труппы 10 российских театров, которые были основаны не менее 100 лет назад.